Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Микс Гейм. Это игрушка Last Day on Earth Survival. И на 188 репутации мы отправляемся с вами в очередной рейд. Блин, скорее бы ввели уже... как он называется, вездеход. Так, плеер 88-14. Привет, мы едем к тебе. Ввели бы новый вездеход, новые локации, какие-нибудь новые бункеры. Уже хочется новья, обнов, больше обнов. Ребята, кстати, напишите в комментариях, вы смотрите игрушку Dawn of Zombie, которую сейчас снимаю тоже на канале? Наподобие, которое Last Day от русских разрабов. Прикольно ли она, нравится, нет вам? Так, ребята, подождите, а тут у нас камень, камушек. А вот здесь мы не сможем прорубиться случайно к камню. Ну-ка, давайте вот одну печку разломаем. И вот тут соломку. Я все понял. Я-то думал, нам уже тут сишки понадобятся, все дела. Но смотрите. Ящички у нас козырные. Думаю, черные ящики — это у нас оружие. Синие, думаю, броня. Красные какие-нибудь припасы. Фиолетовый — ХЗ. Ну, мы начнем с вами с черненьких. Так-ка я надрублю побольше сначала. Бац, первый ящик. Бронька. Как я и говорил. Черный. Оружие. Да, ну что-то какое-то лоховское. Так, вот это уже по душе. Опачки, кувырок. Не ожидал. Собака. Так, это сюда берем. Так. Ну что, по-любому мы вот эти пушки-то забираем. Уже, ребята, это окуп. Дальше что? Давайте проверим вот этот угловой красненький. Тут у нас всякие прибамбасики. Я понял. Фиолетовый давайте чекнем. Вот это вот не очень интересно было. А зелененький? Давай, подходи, ребзя, подходи. Меня это не убей случайно, зомби человек. Тут тоже неинтересно. Так, чтобы нам взломать, давайте еще вот синенькие. Броня, отлично. Один стак, я думаю, можно сразу уже себе положить. Целёхенький. Один мы с вами наденем. Вот так вот. Так, канолевые ботиночки давай. Вот так вот приготовим себе, чтобы переодеться. Давайте желтый посмотрим ящик. Так, тут куча еды. Куча еды, куча воды. Давайте сразу в чоппер, наверное, мы пару стволов закинем.
Давайте калашик. И калашик. Вот так вот сюда. Все. Чоппер у нас забит. И погнали дальше смотреть. Так. Знаете, какой ящик хотел? Вот этот хотел я ящик взломать. Камушек. Неинтересно. Ай, да убить, мне не жалко. У меня будет все равно новая бронька. Новая бронька. Блин. Куда бы... Ой, тихо. Я так думаю, нам еще получится долбануть пару ящиков. И я, скорее всего, вот эти красненькие. Наверное, красненькие. Так. Блин, бензин можешь залить сразу, а? Хотя там бак у меня полный практически, по-моему. Ладненько, сейчас быстро посмотрим. Ну да, у меня полный бак. Куда там? Куда там? Ну и что еще бы нам предпринять? Так, топоры я выброшу, пожалуй. Вот это выброшу. Честно, я пока в растерянности, что брать. Вот это я возьму. Батарейки возьму. Это все такое. Броньку мы переодеваем. Блин, можешь еще одну броню взять, а? Ой, тут стак целой же брони у нас будет. Давайте мы, наверное, возьмем еще одну броньку. Так. И ломанем еще один сундук. Вот этот. И будем убегать. Все, парни, ухожу. Ну, ладненько. По сути, рейд получился очень даже себе оправдываемый. Неплохо мы и наварились. И броньку хорошую нашли, и огнестрельчик нашли, и ресурсов немного. Хотелось бы еще немного электроники найти, ну да ладно. Так тоже все, в принципе, неплохо с этим рейдом обстояло. Эх, не хватает на рейдах уже какого-то веселья. Уже не так они вкатывают. Раньше это у меня было любимое занятие, а сейчас какое-то, знаете, стало обыденное. Вот эти вот мне нафиг они нужны. Ну, военные оставим узорчик, потом, если что, у него перекрасим. Тут мы вам что отдадим? Вот это. А чё вы такие жадные? Ну, давайте вот так. Ну и все, ребят, вот все, что у нас как бы с вами осталось. А, да, еще. В чоппере у нас есть пару стволов. Получается, мы с вами забрали 6 огнестрела, 3 сета полные брони, 20 батареек, 20 ржаных деталей и узор толстячка. Я считаю, очень даже достойный рейд.
Ну, а вам спасибо, ребята, за просмотр. Не забывайте поставить лайкосик. Подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был MixGame. Всем удачи, всем пока-пока. Чао.